Тут я приехал на свой наблюдательный пункт и вижу вот такую картину. Народ опять находится там, на нашей вышке. И вот тут что-то уже торчит не очень хорошее из нее. И, кстати, сняли полностью вот эту ажурную конструкцию и установили как его называют? Короче, кран установили монтажный. Вот я по его проводу ухожу вниз. Вот, вышки-то нету. Кусочек от вышки уже куда-то ушел. Поэтому слухи о демонтаже все более, как бы, они все больше и больше. Вот так. Что-то они там делают. Но не будем их отвлекать, этих мужественных парней. Вот. Некоторые мне тут пишут или написали в комментах, что типа ее уже разбирали. Друзья, ее не разбирали. Вот это стоит новая вышка. Для тех, кто не знает, ну, кто не видел предыдущие ролики, вот это стоит новая телевизионная вышка. Она была собрана наполовину. И лет 5 назад ее собрали вот полностью. Вот то, что вот эта вот узкая часть ее. А вот это у нас все стояло. И в этом году, вот пару-тройку месяцев назад, появились вот такие люди, которые стали на люльке подниматься. Вот. И проводить какие-то там манипуляции. Ну, конечно, можно решить, что они там модернизируют что-то. Но я, ну, что-то как-то я сомневаюсь сильно. Блин, очень сложно настроить резкость. Чего-то они там мутят. Вот маленечко я снял, чуть-чуть. Как бы всегда в такой вот момент хочется не пропустить какую-нибудь эпохальную. Таких дней много в Белгороде зимой. Из-за этой облачности, собственно, и поддерживается, скорее всего, теплый климат. Вот. Ну что ж, пожелаем парням удачи в их страшной и опасной работе. Вот. Не буду я их отвлекать. Всем пока.